добрым людям не зважаючи на походження. День народження можна хлопать, є у кожного і у бідного, розвертайся, і в заможного. День народження Валентини Олександрівни, свято для кожного. І для бідного, не стежуйте себе, і заможного. Можна громче, день народження. Не надо громче, все тихо-тихо. А сьогодні будеш. Аж святкує день, за широкий стіл запросили всіх гостей. Хай тости, 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 танцюють гості, гості, гості. Лунає пісня, наша пісня скрипка. Рай, 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 підіймо горілочку вину за твою сім'ю, таку чудову. Підіймо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Эй! Друзья, ну, сегодня такой день, такой вечер, что без этой песни сегодня никак. День рождения у прекрасной женщины. Фото, да? Фотосессия. Отлично. Женщина, любимая, следующая песня звучит для всех вас и для Валентины Александровны в первую очередь. Наполняем бокалы за прекрасную женщину. Не стесняйся, пожалуйста. Стал в этом мире большом и сложном. 30 лет усы не сбривал, знал, что с ними мне все будет можно. Стоит что-то на ушко шепнуть, например, что люблю я Путин. К этой ночи уже не уснуть, раз уж начал Павлов с прелюдии. Можно хлопать. Женщина любимая, счастье накаленная, будь всегда активная и всегда довольная. Ищет крик, лова лова, слухай не завжди, полазит лова. Огромное все аплодисменты сегодня для и в честь именинницы, естественно. Ну и, конечно же, не только народный артист Украины сегодня здесь появится, но и много кто другой, благодаря финалисту шоу «Украина. Мой талант», актеру телетрактов «Большая разница», «Комик на миллион», «Вечерний Киев» и многих других, благодаря пародисту Валерию Юрченко. Добрый вечер, здравствуйте. Все на 1000 умножь, и тогда может быть. Влезу я в свою темную маску, на брегу гениальные связки, и куплетик смогу вам править. Микрофон не нужен, по-моему, это лишнее. Аплодисменты нужны артисту. Эй! Самый лучший лепс! Это дорогой, я как Мерседес, как вагон с икрой. Если в душе я, в душе вдруг попеть хочу, сам себе плачу. Вот это сейчас вот это был первый раз в моей жизни. Все будет первый раз. Ну, раз так принимаете лепса, то я думаю, что нужна и следующая песня. Знаете почему? Следующая песня нужна. Потому что именно во время нее просто необходимо наполнять бокалы за здоровье именинницы. Понимаю, чуть рановато она звучит. Ну, чуть позже, я думаю, споем ее в коробке. Чуть позже. Но пока наполняем бокалы за здоровье Валентины Александровны. И фото на память.
наконец пришла зима. Легкой поступил царица. Когда вижу рыбку, я теряюсь. Но приехала родня. Они все есть у тебя. Надо всех их разместить. После праздника надо будет чуть-чуть разместить. Чертопанной положу. А сейчас, друзья, поднимаем бокальчики вверх. Поднимаем бокалы вверх. Будем снимать новый клип Лепса. Готовы? Потому что сейчас будет припев. И в припеве улыбаемся и машем. Готовы? 3, 4 и... Только Людка с водкой на столе повеселен больше всех. Очень больно. Отлично. Незабываемого праздничного вечера. Именинница. Кип-кип! Ура! Кип-кип! Ура! Кип-кип! Ура! 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 Ух ты! А тем временем на юбилей Валентины спешит еще один персонаж. Интересно, кто же это? Уже можно хлопать. Подними глаза, я пою для вас. Достаточно давно. Кто-то вдруг мою молодость похитил. Но для женщин я секс-символ все равно. Хоть и не пою я про не то, но поведу я вас до слез. Аплодируем и плачем от счастья. Еще, еще. Ух ты, неужели он тоже здесь сегодня? На юбилее. Выше ручки, больше жизни вечной. Это Клара Пилот. Боря сказал мне однажды: послушай, Валера, сетка тебе, ну вообще, ну совсем не идет. Между прочим, Леонтьев его тоже слегка за 70. И он тоже бодрячок. Так, ну а сейчас? Сейчас все, нет, не все. Только те люди, которые желают именинницы счастья вместе с Серегой. Рэпер такой есть. Делаем вот так. Только те, кто желает ей счастья. Только эти люди. А кто не хочет повторять, тому я буду повторять. А кто не хочет повторять, и тому мы будем повторять, и... И на десятый раз поймешь ты наш явный хит. И полюбишь ты его. Добро пожаловать на Евровидение 2009. Если вспомните, кто это, можете его поддержать.